Вот как интересно, да? Как интересно. Здесь вот полностью модели у нас, так сказать, влезают в объектив в андроидах. А в этих ваших iOS-ах как-то загадочно странно. Ну что, будем потихоньку стартовать? Потихонечку, да, со мной менеджер, с нами, Господи, Вова, я после операции, мне простительно, давайте сейчас не будем на меня орать. Великолепная Надя, незабываемая Наталья, потрясающий, кто? Вова. Люкс. И наш менеджер. Все, это вот как бы первая информация, которую мы можем правильно понять, осознать, внести в массы. Девочки, вы нам расскажите, видно нас, слышно, да, плюсики поставим, лайки поставим, подпишемся скорее. Это модная пышка, магазин женской одежды больших размеров, да, Надь, как да. ты думаешь? Орехово-Зуево. В данный момент мы находимся в Орехово-Зуево, а так контактный у нас три магазина, телефон. Коломна, Жуковский, Орехово-Зуево. И также есть интернет-магазин. Интернет-магазин есть? Сайт, конечно, правильно. mpxxl.ru или модная пышка, просто вбиваете. Можно меньше бегать, пожалуйста, так. А, значит, доброе утро, добрый день, добрый вечер, уважаемые дамы, немногочисленные господа. Мы готовы показывать свежие коллекции и то, что уже у нас было. Культовая классика, да, которая идет по 15-му уже какому-то проходу. Наташ, не стесняйся, разряди обстановку, скажи хоть что-нибудь. А то я начинаю волноваться, когда ты так молчаливо на меня смотришь. Ты так много говоришь, понимаешь, хорошо. Глаза, так это зеркало. Души, да, я вот уже не знаю. Ну, скажи хоть что-нибудь, а да. Вот телефон. Телефон контактный, вот. Девчонки, покажите телефон в кадр, пожалуйста. Да, мы сейчас находимся в Орехово-Зуево. Двумя ручками, можно посерединке. Да. Вот тут нет, ну, Наталья, ну куда вы так близко? Вот, несли. Вот, вот так супер, да. Можете даже чуть пониже опустить это лицо. Закрывайте, немножко странно выглядит. Девчонки, всем привет, всем здрасте. Вы нас слышите? Поставьте лайки скорее наши. Телефон магазина, только что мы видели Орехово-Зуевского. Он всегда да. будет здесь, он так всегда, что он... да, я не знаю, видно ли нет, там блики, Наташ, да. понимаешь, блики, поэтому периодически, если кто-то будет просить телефончик, ты можешь немножко так брать в две ручки, подходить его и показывать. С чего начнем? Давай начнем с Нади. Да. Надя, слишком близко не подходи, знаешь, вот так вот, супер, и чуть-чуть левее, вот так вот, да. Я попытаюсь все рассказать, что сейчас происходит. Значит, на Наде жакетик Candice, называется конфетка. Понимаете, очень интересно. Размеры жакетиков у нас с 56 по 64. Цена 6200. Да. Великолепный состав 85 вискоза, 15 полиэстер. Все, нет, ничего не сядет, все прекрасно стирается. Значит, что это у нас такое в целом? А, кармашки какие, Надь? Нерабочие, значит, фальш-карманы. Это синий такой летний жакетик, да, в спортивном стиле. Идеален для вашего гардероба. Имеет длину до сгиба бедра. Проверяем, Надь, вообще правильно ли все тут у нас описано. А то я тут описывал все это. Это сгиб бедра, Наталья? Да. Ты как ну, думаешь? Да, все хорошо, пока идет все по плану. Так, капюшончик тоже имеется. Фальш-карманы имеются. Все хорошо, все нежно. Так, на груди имитация карманов мы сказали. Кнопочки серебристые. Ну-ка, давай поближе посмотрим эти серебристые кнопочки. Девочки, вот, пожалуйста, для ВКонтакте и, пожалуйста, вот нам на ютубчик тоже покажите такие переливающиеся серебристые кнопочки. Вообще великолепно. Все супер удобно, супер посадка, кулиска. Девчонки, пошире, поуже все делаем. Так, цену назвали. Самое интересное, что комбинация это какая у нас, значит, Наталья хоть что-нибудь сегодня скажет. Наташ, не стесняйся, очень подходит жакетик к этим брючкам. Называется Кейт, то есть Candice и Кейт у нас получается. Что по брючкам? Смотрим. Это не комплект. Брюки отдельно, жакет отдельно. Но смотрите, как в комплекте выглядит очень гармонично, красиво. Брючки, так, да. Так, да, говори. Ну, давай я то же самое, та же состав ткани, размеры, цена, Вов, напомни, так, пожалуйста, цена на брючки Кейт, значит, 5800, размера с 56 по 64, да. Состав такой же, 85 вискоза, 15 полиэстер, супер состав, да. Брючки летние, понятное дело, да, супер комфортные, супер дышащие, все просто великолепно. Легкие, да. Если дамы, кто знает, есть такая, ну, холодящая ткань, да. Вот это то же самое, такая вот вещичка. Наталья, вы можете чуть-чуть поближе встать к Наде, что-то спрятались, вас немножко кренит влево. Так, менеджер. Еще также есть манжеты, и если вот так вот посмотреть, здесь тоже такая есть резиночка спереди. Ага, манжет. Интересно, резиночка, и можно, и да. у кого вот, кто любит пошире, видите, кнопочка. Кнопочку и можно... И уже начинается как как у нас это, как палаццо. Как это называется, когда ты кнопочку... Кнопка. Кнопка, и когда ты вот...
Когда ты делаешь вот так, скрепление, скрепляется, кнопочница. Я не знаю, девочки, напишите в комментариях. В общем, можно закрыть, можно открыть эту кнопочку, а расстегнуть, застегнуть. Наталья, ну что ж ты не подсказываешь? Такие простые слова, а мы все позабывали, очень нервничаем. Вова Люкс только после операции, мы все простительно, делал новый нос. Так, ну, смотрим, значит, жакетик посмотрели, брючки посмотрели, да, карго. Резинки, карманы. Да, просто невероятные брючки, невероятный получается комплектик. А, карманы, здесь у нас на резиночке, вот так вот, видите, кулисочка, резиночка. Так, и видим, также видим. На, это, на шнурочке, чтобы подтянуть, подвязать. Также накладные кармашки здесь. Тоже на кнопочках. И с той стороны другой немножечко. Тоже рабочий карман и тоже кнопочка. Такие бананчиками. Ну, очень просто интересный, супер, комфортный, просто великолепный брючки. Летний комплектик. Еще раз повторяем. Значит, у нас жакетик Кэндис. 6256-64 да. Размерчики. И брючки Кейт 56-64 размерчики. 5800. Девочки, кто там в эфире? 84 человека нас смотрят. Поставьте по одному лайку. Вам это вот вообще ничего не стоит. А для нас, Наталья, это ну невероятная помощь для продвижения. Невероятный респект. Девочки, ставим ваши лайки, помогайте модной пышке выходить в топы. Да, давайте нас поддерживайте. Да, мы переживаем просто шок какой-то конкретный. Что у нас дальше происходит? Блузка. Вот эту блузку я как раз не описывал. То есть мы прямо сейчас в прямом эфире. Ну, Наталья смотрит, что там написано, что сколько там все состав. Это стоит. Состав сейчас, одна секундочка. Ну, интересный такой абстрактный принт. Состав, да, у нас 100% вискоза, состав шикарный. Великолепный. Размерный ряд у нас тоже идет с 56 по 64. И цена 4400. 4400. Отделочка, смотрите, под спортшик. Рукавчик длина 7 восьмых. Да, резиночка. Тоже 7 восьмых, да, воротничок такой тоже, отделочка очень под так спортшик. Спортивненько, да. Очень легко, арт-мазки, все как свежо, все тянет. Нежно. Не да. Тянется ткань, но это вискоза, да, она вискоза, не вискоза, не тянется. Зато дышит и хорошо впитывает влагу, девочки. Вискоза? Лучше, чем хлопок даже, да. Ну, вот вообще вот хорошая ткань, да. Она холодящая, струящая. Так, вам пишут, феи любви. Уже пошли респект. Феечки. Так, все посмотрели, все рассмотрели. Костюм, вот, пожалуйста. Можно, да, можно костюмом, можно... Надя, ты покружись, покуражься. Мы же всем забыли. Раз, два, три. Раз, два, три. Смотрите, какая красота, какой цвет, какая легкость, какой дизайн. Я его на себе вообще не чувствую. Да, просто великолепный, наилегчайший костюмчик. Так. А теперь вот такую вот джинсовочку. Это, конечно, ты аккуратно рассказывай, а я поищу описание. Поищу, да. Хлопок 100%. Процентный хлопок, джинсовка, карманы накладные вот на груди как раз. Здесь есть, вот смотрите, такая штучка, манжет. То есть можно убавить, можно сделать пошире. Ну, состав 100% хлопок. Подожди, тут немножко другой. Да? Состав чуть-чуть иначе. Да, 70 хлопок, 25 полиэстер, 5 эластан, вот Наталья. Да. Ну ничего, ошиблась потихонечку. Чуть-чуть, да, размерчики, значит, с 56 по 66. Вот это разноцветного жакетика. Цена, ну это премиум-класс, понятное дело. Но, кстати, достаточно affordable, 7900, Наташ. Яркий, летний, многоцветный джинсовый жакет. Идеальный выбор для тех, кто хочет выглядеть стильно и неповторимо. Да. И к нему вот можно такую вот футболку. Тоже здесь вот аппликация, абстракция такая. Хотя тут что-то написано, по-моему. Ну да, что там написано? Is it what it is? Да, напишите, пожалуйста, перевод, значит? Кто разбирается. Ты уже в английском. Спрашивал, никто не написал, давай. Ничего, а мы, понимаешь, делаем небольшой интерактив, да, такие, как это, конкурсы с гостями, хороший ведущий, понимаешь, прогрессивный. Ждем какую-то ответную реакцию. Наташа, для нас это просто необходимо. Этот жакетик у нас на повторе. Вот. Ой, вообще такой супер классный, яркий, ладу. Универсальный потому цвет вообще подо все, под любой цвет, черный, синий, фиолетовый, желтый. Супер яркий, супер потрясающий. Вов, там сзади что-то нет? Сзади только кокеточка, все шикарно прошито, все видим, да, все просто великолепно сделано. Так, по поводу цены мы уже сказали. Да, и еще вот брюки, вот. Такие у нас брюки есть. Интересно, как. Палаццо, спортшик, цена их 5800, так что тоже звоните, очень удобные, мобильные. Ну, такая пумовская эстетика, у меня что-то подобное было, в мужском варианте, понятное дело. Кстати, по поводу футболки, Наталья. Значит, футболочка абстракция черного цвета. У нас есть еще и крю. Наверное, Надя сейчас его как раз примеряет, а может быть и чуть позже. Мы по поводу футболочки крю. Говорим, экрю, да, экрю. Ты как там, именно ее сейчас хочешь одеть или не ее?
Так, ну вот, это черная футболочка, это значит абстракция, Наталья сказала, 6200, размеры 56-66, ну такой премиум-премиум, да, роскошь бутиков, состав 97% хлопок, 3% лайка, просто шок невероятный, да. Красота. Красота. Так. Еще раз напоминаю, вот такой номер телефона нашего магазина, звоните, кому что понравилось, обязательно со всеми поработаем, всем ответим, все подберем. Да, высылаете свои мерочки, консультанты все делают красиво, и измеряют. Вот просто, Вов, смотри, точно так же, смотри, как красиво, на контрасте, черное и белое. Невероятно, вот они как раз две премиум-футболочки, вот потрясающие, все. Цены, я так понимаю, и на белую тоже, да, 6200. И размеры тоже. Размеры с 56 по 66, невероятная красота. Так, Наталья, наверное, идет переодеваться, что-то интересное одевать, а может быть и нет. А может быть, просто будет с нами, да, остается. Да, я буду с вами, да, оставайся, да, Наталья, буду смотреть, наблюдать, да, за Надей, за новой коллекцией. Девчонки, шикарные. Ставим комментарии, 50 человек смотрят. Ну вы что, прям вот маленький такую вот кнопочку. Нажимайте лайк на сердечко, нам будет очень приятно. Так. Супер дизайн, да, супер фабрикс. Цвет прям обалденный. Сейчас я найду. Это малахит? Нет, малахит, он более глубокий. Это зеленый такой, как травка, молоденькая травка. Что мне тут понаписали? Кто все это пишет? Хорошо, давайте так, проверим. Наталья, проверьте, пожалуйста, цену. Это 7400, правильно, вот этот жакетик шикарный? Это Вов, опять же, это не комплект, это все по отдельности. Жакет стоит 7400. 7400, да. Именно жакет, не рубашка? Это рубашка, я не знаю, рубашка, жакет. Давайте понимать, да, что вообще происходит. Такая... Называется название рубашка. Но ну, да, кто как назовет. Жакеточная рубашка, давайте так, да, сделаем. Хорошо, значит, это тоже роскошь бутиков, девчонки, это 7400. По поводу размера, кстати, размеры какие? С 56 по 64, по 66. Вот, да. Состав великолепный, 70 хлопок, 25 полиэстер, 5 эластан, просто супер. Супер дизайнс. Значит, малахитовая летняя рубашка, премиум класс, воплощение роскоши и элегантности, изготовленная из высококачественных материалов. Она станет идеальным дополнением к вашему летнему гардеробу, девочки. Я не знаю вообще, что еще нужно. Такой цвет, такая есть яркость. Карман. Надя, Наташа. Ну, я не знаю. Ну, куда еще? Ну, как? Ну, Вов, супер же. Ну, красота, очень красиво, ну, бесподобно. Состав такой цвет приятный. Ой, как хорошо. Как радостно в душе. Боже, какая красота. И вот к нему брюки тоже. Вот а брюки, кстати, про брюки ничего не знаю. Давайте фантазируем. Да? Давайте узнавать, карман, понимать. На резинке. Это все отдельно можно купить, правильно? Это все отдельно покупается. Это та же фирма. Надя. Надя. Здравствуйте. Что случилось в целом? Сейчас я посмотрю. Да, девчонки, не убегайте из кадра. Сейчас мы будем узнавать что-то про брючки. Что-то как-то понимать. А пока Наталья ищет брючки, информацию о брючках, я напоминаю, что в магазинах модная пышка действует 5% скидка. Ну что вы все смеетесь, девочки? Все вам хихи-ха-ха. Какой-то ужас просто. Хихи-ха-ха. 5% скидка всем подписчикам, девчонки, поэтому обязательно подписываемся. 20% скидки у нас, Наташа, когда у нас 6800, а? Я про скидки говорю. А, скидки 20% есть. 20% когда? На день, в день рождения. А 10% прям день, когда, Наташа? А, неделя. На неделе, на неделе, да, и после, 14 да. дней, короче. До вашего дня рождения и после. Так, что у нас про брючки? Давайте узнаем. Брючки, ну, модель вообще под классику. Здесь имитация... Гульфика? Да, так. Гульфика на резиночке. Так, супер. А здесь манжеты. Немножко левее, Наталья, чуть-чуть. Вот так, супер. Манжетики. Да, супер. А что говорить вот на модели, на Наде, посмотрите, как сидят. Вообще бомбически. Великолепная посадка, просто великолепная. Там тянется, что как, тянушка, да, есть? Да, тянется, состав хороший. Ну, куда же ты спряталась за вишалата, Наталья? Куда ты все туда вправо уходишь? То влево, то вправо. Налево женщина. Хочу, налево. Так. Так, у нас состав 70% вискозы, 25% полиэстера и 5% эластена, то есть тянется. Так, хорошая размерчики, растяжка. How much, цена? Цена, ну 6800, Вов. Ага. Тоже да. Роскошь премиум. 6800, цена 6800, размер с 56 по 66. Великолепно. Ткань невероятно тоненькая, вот лето прям летнее. Красота.
Прям лето со вкусом лета. Раскрасьте лето, подарите яркие эмоции. Ну, красота невероятная. Так, девочки, что у нас следующее? Что у нас следующее? А, следующее сейчас Надя у нас переоденется. А я просто хочу показать. Нет, я просто от себя хочу показать. Ну, ты там аккуратнее. Ты, главное, все подготовишь, Наталья. Я очень аккуратненько. Да. В нашей работе самая главная, главная вещь – это аккуратность. Одна секунда. Тогда вот так сделаем. Вот, да, такой вот костюм, так вот наилегчайший. Наилегчайший, наитончайший. Тоже состав, сейчас я скажу, для лета. Минутка. Да не больше. Нет, не больше. Я отсчитываю минутку, 60 секунд. Так, в уже голове. Прошло 35 секунд. А не может быть. Так, 50 вискоза. Так. И 50 хлопка. То есть состав шикарный. Супер легкий. Это вот у нас комплект. То есть вот это у нас идет комплект. Ой, как хорошо, как красивый. Ярко, девочки. Цвета яркие, красивые, сочные. Супер. И его цена у нас 8800. Размеры. 8800 это штанцы и блузочки, да, так понимаю. Да, так, да, да. Вот я просто девочки, вам показываю. Комплектик. Здесь, что мне нравится, спущенный рукавчик. И здесь идет такая кулисочка. Можно подтянуть по фигуре. И у нас очень многие любят... Ой, вырез вот такой, V-образный вырез, удлиняет вырез, шейку, да, красиво. И мы просто для себя так сделали красиво жакет, цвет лайма, ой, да? Ой, как хорошо, как освежает в освежает, жаркую погоду, да, лаймовый сок. А, ткань немножечко такая сжаточка, состав я сейчас сразу скажу, чтоб нам тоже. Так, состав 80 вискозы и 15 добавки, нейлон. Так, и сколько жакет, же такая штучка стоит? Жакет стоит, цена его 6900, размеры также с 56 по 64. Карманы накладные на пуговицах тоже, вот смотрите, когда же в комплекте троечка. Ой, играет. Супер, Наташа, очень смотрится, красиво, просто ракета, пушка, петарда. Да. Так, взлетаем сейчас... в мир красок, ой, езжаем в лето. Менеджер, можно вас попросить? Вы с нами, менеджер? А где, теперь, кстати, менеджер? Смотри, Вов, смотри, давай со мной поработай тоже. Давай, вот такая, да, футболочка, 2800. Сейчас сразу скажу, состав 95 вискозы и 5 лайкры. То есть растяжечка хорошая. Ой, какой хороший современный опять дизайн, минималистичный. Опять же, V-образный вырез. Женщины супер, очень, Наташа, любят, супер, да. А, ну, такой небольшая аппликация. Не аппликация, а как рисуночек нарисовано. Что тут написано, Вов? Здесь написано fashion. Что-то домашнее, да? Да, что-то мода. Домашнее. И к нему просто... Домашняя мода. Вот такие вот брючки палаццо. Так, очень хорошо. Очень хорошо ты подобрала прямо это по цвету. Такая молодец. Ну да, конечно. Смотри, по бокам здесь такие разрезы, то есть очень стильно, да, будут развиваться широкий, на ветру. Великолепно. Размерный ряд у нас 56 по 64, цена 3200, и сейчас немножечко скажу вам состав. 48 хлопка и 46 хлопка и 54 вискоза. Боже, Наталья, какая ты молодец. Я сейчас, ой, сюда, я ты такая, не переживай. Так, а менеджера-то у нас нет, оказывается. Я его все зову. Сейчас зову. Ой, сейчас мы красоту это будем описывать. Сейчас все поймем. Все. Ты кружись пока, кружись. Кружиться, да? Да, куражься. Сейчас я смотрю, я просто взгляд со стороны. Очень интересно, всё, мне нравится. Да, это не комплект, всё можно отдельно. Сейчас, вот, кстати, очень модно вот эти вот брюки карго, да? Да. Вот эти накладные карманы. Причем они вообще не увеличивают ни ножку, ничего, а смотрятся очень гармонично. Великолепно, да, очень модная, погоди, штука. Погоди, Надь, можно я тебе, да, немножечко вот тут вот подтяну, просто показать, кто не очень любит вот это вот дело? Да, все видим, девочки, все видим. Вот. Кому надо поближе, пишите. Бананчиками. Не забывайте ставить лайки, это наша главная это задача на комплект, сегодня. Да? Длина хорошая. Ой, да, как хорошо. Так, ну давайте начнем типа про жакетик. Значит, что там с рукавами? У нас паты вот эти вот. 7/8, да? Паты здесь. Паты, у нас, да, все, да, можно закрепить, все, да, красиво оформить. Значит, у нас жакетик, цена 6400, размеры с 56 по 64. Да, вискоза, полиэстер, ластан, лен даже, девочки, лен. Все супер процентовано, красиво. Так, лучшие сестры, что тут пишут интересное.
Так, значит, женский жакет. Зайцева. Это премиум-класс опять пошел у нас, девочки. Воплощение изысканности, элегантности, высококачественный материал. В общем, все, как мы любим. Да, что да, тут да. много говорить, девочки? Модные карманы, великолепный цвет, все очень легкое, все дышащее, просто very affordable и oh my godable. То есть, как всегда. Вов, это не комплект отдельно. Вот а я что сказал, комплект? Я же сказал жакет, Наталья. Жакет, да. Я просто людей предупреждаю. А, на всякий случай. Да, да. Вы даже поближе можете встать, поближе, да? Наталья, не стесняйтесь. Да. Мы что, про футболочку? Ну, подожди, это про футболочку, да, про брючки. А, про да. брючки. Девчонки, значит, брючки у нас с 56 по 64 размер, 5400. Состав да. такой же шикарный, как у жакета, тоже все легко, все дышит, все шикарно. Все роскошно, все великолепно, карго, все карго, все спортшик, да. все актуально. Да. Дизайнс, фабрик, карманы. Кармашки рабочие, просто да, красота. Здесь. Цвет такой нейтральный, базовый. Тоже там на резиночке да. все и кулисочка. Так, а у нас по поводу вот этой футболочки. Сейчас я буду искать, девочки, подождите. Ну, микростразы мы уже видим, да? Сейчас все мы найдем. Сейчас мы все скажем. Так, где же 4, это у нас 600? Футболочка? Стразы, да, стразы. 100% вискоза и цена ее 4600. Размер 50, ну он единый размер. Ой, да, сейчас, да, да. Извиняюсь. 54-58 да. единый размер, девочки. 100% ну, вискоза да. сказали. Элегантная, белая, нежная, прекрасный Нет. выбор для чего? Фух, для всего, да и везде. Я не знаю, да. на праздник можно пойти? Да, можно. А блестишь? Нет? Да. да, сверкаешь. Просто по городу прошлась модница, тоже классно. Ну супер просто, да. я не знаю, девочки. Так, вот менеджер, пожалуйста, предлагает базовые черные футболочки из наличия. Ну, вообще, я, такие правда, базовые черные, знаю. Белые футболки вообще должны в гардеробе быть у каждой женщины, потому что, ну, это база да. подо все. Ой, девочки, спасибо за лайки, спасибо вам, мои да. нежные. Ставьте да, больше, нажимайте кнопочки неустанно. Так, базовые футболки мы показали. Еще покажем все-таки. Ну, ты можешь покружиться, да. покуражиться, да, для благодарных кстати, зрителей. У нас вот эти, которые бомперы, кстати, под эти брюки тоже, да. мне кажется, подходят. Да, очень да, хорошо, очень красиво, очень приятный очень цвет, хорошо. Эти цвет листья, эти узорчики, размер. Кайф просто. Так. How much, опять же, вопрос вот мы показали. Наталья, да. вот что вы молчите? Вот я не молчу, я тоже хочу вот такой бомбер показать, он мне очень нравится. Состав его 50 вискоза, 50 хлопка. Вот такой тоже спортшик у нас yes, здесь, yes, рукавчики. Okay. А, и мне нравится, знаете что, смотрите, какая подкладочка, то есть дышащая сеточка, вот эта сеточка, да, то есть мне не жарко, комфортно, ну, и дышащая все летом, на лето прям шикарно. Супер штука, просто невероятно. Да. Мы сказали how much? Я, мы, извини, просто мы читаю сказали, комментарии еще. Мы сказали, ага. цена его 7000, размер с 56 по 62. У нас сегодня прям какой-то премиум выпуск, девочки. Я немножко извиняюсь за свой этот... Можно я еще сказать? Вот такую покажу? Бомбер. За свою гнусавость, девчонки, я извиняюсь. Я прям после операции, вчера буквально сделал операцию на нос, поэтому сегодня стою с сопливчиком, вот пытаюсь как-то все озвучить. А, Вов, еще да. вот такой вот жакетик, тоже красивый жакетик, бежевый, Наташа, белый. Наташа, подожди, нам пишут, один из лучших магазинов для пышных дам. Боже, ой, спасибо. Спасибо огромное, Наталья. Нам очень спасибо. Приятно. Очень спасибо. Приятно. Я даже, как это говорю, всегда номер один в России. Да. Без излишней этой скромности. Да. да. Цена его 7200, а состав тоже сразу говорю, 48 вискозы и остальное полиэстер. Но тем не какой менее... Какой нежнейший, да. Да, наинежнейший. Здесь, знаете, что самая фишечка? Рукавчик необычный. Смотрите, он какой, он никак необычный. Да, он здесь как-то вот так собран, да. сделан. Здесь такой лампас, и собрано все это вот такими вот рюшками красивыми. Приятно, приятно. И еще очень красивая спинка. Здесь у нас. Ага, там тоже есть какие-то элементы декора, блестючки да, имеются, там кокетка есть. Идет. Это встречная складочка или просто складочка, Наташа, посмотри, складочка. Я не уверен. Складочка. Не встречная, просто складочка, да? девочки. Да, да. Ой, так что хорошо. Интересно, у меня тяжелое приятно. Дыхание, микрофон идет. И сейчас я вам покажу. Добрый день, вот любимые такие. Пышечки. Давно идет эфир. 23 минуты идет эфир. Где-то примерно на часик мы рассчитываем задержаться. И просто к этому жакету вот такие же брюки карго. Ой, вот то, что, только что Надя вам показывала в голубом цвете, а это ой, беж. Как хорошо. Тоже цвет на лето. Замечательный, универсальный. Такой капучино. Такой вот великолепный легенькое. Дизайн. А цена этих брюк 6800, размера с 56 по 66. А молния рабочие карманы. Что?
Так, а мы говорили про скидки. Еще раз напомнить, да? Девчонки, так, напоминаем, вот, да. Вот, пожалуйста, такой комплектик Наталья создала. У нас скидочки 5% для подписчиц. Девчонки, поэтому активно подписываемся на наши все соцсети. Сейчас я дикцию чуть-чуть подправлю. Вот телефон нашего магазина в Орехово-Зуево. Да, делайте скриншот, пишите, вам всем да, ответим. Скриньте, записывайте, звоните, ваши параметры присылайте, все измерим, все расскажем. Значит, 5% скидки для постоянных подписчиц. 20% в день рождения скидка, 10% на неделю, если у вас день рождения, ну, до и после. Вышло. Так. Так. Я зовут. Это ты вниз, да? Это все, да? Ага. Выбирать, да, почитай, скажи, убрать, не убрать, я не понимаю. Так, а у нас, значит, пошел коралл. Сейчас я буду искать. Это, значит, коралловый жакет. Это даже и куртка, да. Кто-то говорит. Да. Так, сейчас, девчонки, мы все посмотрим. Сейчас все найдем. Полка и брюки. Сейчас все расскажем, покажем. Так. Вот, я вижу. Последний остался. Да. Девчонки, последний остался коралловый жакет. Вы посмотрите, угу. Какая красота, какой цвет, какой дизайн and fabrics. Просто, как говорят у нас на селе, это more than life itself. 60-й. У кого, девчонки, 60-й, скорее покупаем. 58-60. Покупаем, поторапливаемся, потому что последний, ткань тенсел 100%. Кто вдруг не понял, что такое тенсел, значит, шикарный ткань. Наталья, ну что вы все время молчите? Я не все молчу, я не хочу тебя дышит, перебивать. Все дышит, регулирует потоотделение, нейтрализует запахи, впитывает на 7% больше влаги, чем хлопок, и быстро испаряет. То есть настолько дышишь ты летом, что просто невероятно. И девочки, цена смешная, да? А 4600, цена 4600, вообще. Ой. Замечательная цена. 4600 цена, да. Откуда она знает? Она прочитала, а я наверное. Прочитала, девчонки, я подсказки. 4600, 60 размер, шикарный дизайн, тенсил, 100%. Прям покупаем, поторапливаемся, я не знаю, это о май гад. Сюрприз кармашки вечера. Заказываем. Вообще. Наташа, мы опять кенгуру. Не сказали, мы же отправляем по всей стране. Конечно. Кроме того, что у нас есть магазины 3 и интернет-магазин, водная пышка, limpxxl.ru, мы можем отправить в любую точку страны с ДЭКом, да? Или Почта России. Девчонки, есть возврат, самое интересное, постоянно забываем говорить. В отличие от некоторых. Возврат у нас идет только через Почту России. Но он и есть. Да, если конечно, что-то не понравилось, не дай бог брать, девчонки, вы всегда спокойно конечно. Можете возвратить без вещь. Без проблем, да. Без проблем, да. В отличие да. от некоторых, мы работаем красиво. Делаем все. Мы вот работаем по правилам, по как закону, должно быть. Наташа, по закону, Наташа, по закону. Кстати, отправляем электронный чек при да. заказе да, онлайн. Да, конечно, да. Так, работаем. У кого есть электронная ага. почта. Да. Работаем, девочки. А, футболочка. Вот про футболочку ничего не знаю. Но мне кажется, это тоже премиум-класс, да? Тоже да. дорого-богато. Наташа, посмотри, пожалуйста. А, сейчас я назову, извини. Причем цена интересно, 4200, как сделано. Ага. Цена 4200, 90% хлопка и 10% эластена. То есть растяжечка что-то есть. Что-то прям звонить начинают. Не надо нам звонить, не надо. Так, сейчас не делайте этого. Извини, зачем рукой, звонят? Как бы тебя не поцарапать. Так, сейчас, девчонки, мы тут с аппаратурой все поймем, все осознаем. Надеюсь, ничего не сбросилось у нас ВКонтакте. Чуть-чуть активно начинают звонить. Так, цена 4200, размер с 56 по 64. Великолепная футболка, да. великолепный дизайн, как бы ничего лишнего. Кажется, вроде аж три дамочки там изображены, но насколько да. лаконично, насколько да. вот все прям вот ничего лишнего, шикарно. Да. И брючки вот. Надо. И еще, Надь, скажи, что вот здесь вот такая вот резиночка. Да. То есть это она вариант, может быть, как для юбочки. Под юбочку можно надеть футболку и под да. брюки. Вот Надя у нас стоит в брюках таких вот светленьких. Подобрала как красиво, удачно. Девочки в светлом и Надя в светлом. Очень хорошо. Вы да. подобрали, девчонки, прям супер. Я про брючки опять ничего не знаю. Про да, брючки я вам сейчас расскажу. Да. Цена брюк 6000 у нас. Состав 95 хлопка, 5 эластена. То есть они варенка. Тянутся. Тянутся. Стрейч, хорошо супер. Тянутся. Летняя ткань, да. Цена 6000, размер с 56 по 62. Ой, очень вот приятный на Наде, дизайн. Смотрите, как красиво смотрится. Очень супер на лето, да, и здесь цвет, спереди и манжетик. Ну, это модная такой пышка, небольшой. О чем мы говорим. Все да. всегда на высшем уровне, шикарно, девочки. Так, что у нас следующее? Одну секундочку, я просто начала показывать вот такой вот бомбер. Хотела показать с жакетиками вместе, но Надя вышла. Вот теперь показываю такой бомбер. Фантастический, тоже спортшик. Накладные кармашки у нас здесь, кенгуру.
Да, внизу кулисочка есть, то есть подтянуть можно на молнии. А, наилегчайший, ну как он, жакет, бомбер, ветровочка, называйте как хотите. У меня нет информации, наш, Наталья, да, все наш, сейчас, внимание на Наталью. Русский язык богатый, могучий, вот так что, кто как назовет. А покрути, что там назовет. Интересно посмотреть, вот так, спинка, ничего нету, такого ничего никаких нет, надписей, ну, девочки. Ничего, да, кстати, не любят эти молнии желтые, да. И вот здесь вот такая, есть ниточка такой, Рюрикс, вот как... Прошивочка переливается, такая, да, переливается. Чуть-чуть, интересно, да. Так. Вот такой бомбер. Такой гламурный спорт. А сколько у нас, how much он вообще? Ой, how much? Да, ты что-то уходишь уже, а мы тут остались момент. Без необходимой Знаю информации. Знаю его, 8 тысяч размером. А я хотел сказать, что это тихая роскошь, Наталья. Да. Тихая роскошь. Так, значит, сколько сказала? 8? 8 тысяч. Размеры у нас с 56 по 66. Вот так вот, девочки. И сейчас сразу скажу состав. Да, дорого-богато. Рубрика. 97 хлопка. Ой, и 3 лайка. Ой, как хорошо. То есть это дышащее, легкая вещичка. Ну, как говорят у нас на селе, супернатуралочка. Да. А то мы, говорят, бывает, да? Как бы летом, менеджер. Утром уезжаем лето, а вечером приезжаем осень. Вот как раз незаменимая вещь. А давай поближе рассмотрим эту молнию, блестящую. Вот так, супер, супер. Все, девочки, рассматриваем, смотрим. Какая красота. И еще мне нравится здесь, то есть черный вот этот вот ткань, на ней отделка желтыми ниточками. Ага, очень красиво смотрится, такие необычно. Золотые прям идут. Да. Какой супер, какой фэшн. Все, спасибо большое, Наталья. А, и вот, ой, да, ну будет пошло, комплект, поехало, и будет шикарно. Ну, смотрите, это... такие брюки, ткань под питон, под цвет, питон. Цвет. Это прям под питон. Уже да, роскошь, да, бутиков, да. Пошла. Такая так. Гадюка. Ну какая гадюка, питон, Наталья, ну питончик, ну, питончик. Питончик, дорого-богато. Сейчас я скажу состав и цену. Одна секундочка, сейчас пока. 5800 у нас цена, состав 97 хлопка и 3 эластен. Вы понимаете, что это значит? Что это красота, наитончайшее, Наташа, наилегчайшее. Красота. Здесь еще такая фишечка, такая тоненькая-тоненькая. Ага, лампасика. Поближе давай сюда, а то давайте увидим. Посмотрим. Насколько близко? Мужчина зачем перебивает, а вы зачем пишете? Так, давай сюда. Ну-ка. Ой, как это я перебиваю? Я добавляю информацию. Да, нет, без него. Это лампасик сказали? Лампасик, лампасик, да, лампас. Вот такой вот лампасик шикарный. Обожаю вот такие вот карманы. Накладные, они как не внутренние, но они как вот накладные, но вот они вот такие вот, такие разгильдяйские. Разгильдяйские. Руки так положила и пошла. Ну нет, да, срез у них такой, разгильдяйский. Более широкий, да, более, да, такой, да. Свободный, да, срез идет, да. Супер штанцы. Так, а где Люсенька наша? Люсенька, где Люсенька наша? Люсенька чуть-чуть, она да, она немножко в небольшом таком отпуске, она скоро к нам вернется, мы все ждем ее. Она сделает все свои дела. Вов, и, да. И снова вот такие вот штанишки тоже хочу показать. Карго, карго пошла. Побежала, вот карманы здесь. Опять же, карманы не утяжеляют ногу, а просто это дополнение к этой модели. Очень красиво, стильно смотрится. И вот такие же карманы здесь. Да, кармашки все рабочие. Да, это внизу кулисочка. Кто не любит очень широкое, могут себе подтянуть, да, и сделать заузить, да, бананчиками сделать. То есть это, знаете, такие брюки трансформер. Я бы их так назвала. Да. Yes. Можно как палаццо, можно как вот бананами носить. Так. И к ним бы вот такую вот рубашку. Прекрасная. Да, прекрасная такими рубашечка. Такими спортивными элементами, полосками, супер. Да, состав ее 85 хлопка, 10 вискозы и 5 эластена. И еще сейчас я вам покажу такую в ней фишечку. Давай. Взгляд со спины. Так, это капелька называется, да. Или как? Ну да. Очень эффектно смотрится. И да, тоже, внезапно. Да, и вот эта вот полоска спортшик. На рукавах тоже полосочка, видите, под спортшик. Да, а пуговицы супер. Вообще... Даже с твоими брюками. Мне кажется, это какая-то такая яхта.
яхт-тема, знаешь, на яхте долго каталась, такая спортивная яхт-тема, яхт-клуб, то есть тоже есть элемент роскоши. Наталья, не уходите далеко, я почему так стал говорить, мне так легче, потому что ну, нос забился совсем, девочки, я после операции, ну извиняйте. Так, а вы сказали хоть цену, хоть на что-то я не слышала. Конечно, да? Вов. Девочки, мы сказали, что у нас осталась эта рубашечка в 56-м размере, цена ее 4200. Невероятно тоненькая, легенькая. На лето, вот кто, да, вот кто в офисах особенно работает, например, на лето вообще шикарно. Так она сидит передом, спиной не разворачивается, так что все нормально. Ну и офисы тоже разные бывают. Да. Где-то можно, где-то нельзя. Где-то можно. Так, вот у нас интересная новая штучка на Наде, брючки тоже новые. Пошла. Сейчас посмотрим, найдем, где это все у нас описание. Пока кружимся, куражимся. Наталья, ты что можешь говорить? Мне нравится, что Надя так все, вот так вот прям комплектом все это собирает, так красиво. Ты посмотри, а тут, как. Наташа, брюки можно любые. Давай, ну вот, да, покажи. Универсальная штучка. И такого плана. Так, это у нас брючки плиссе. Плиссе. Да. Так, плиссе. Быстрейшего выздоровления, Люсеньки. Спасибо огромное, Людмила. Спасибо, дорогая. Так. Плиссе. Плиссе. Цена 4800, размер из 56 по 64. Чуть-чуть вот сюда, Наталья, мы вас не видим. Вот, вот так. Главное, чтобы вы меня слышали. Ну как, а как же брючки-то? Брючки? Плиссе, а, посмотреть. Ну да, ну да. Вот, 4800. Ну, это супер широкие, наряд. Да. Это супер-супер, прям пупер. Здесь немножечко они, как бы, чтобы не просвечивались, подкладочная ткань. Но она тоненькая-тоненькая, невероятно. И опять же, вот с туникой. Вот да, одели. Во, хорошо смотрю? Во. Великолепно. Обрати Надя, внимание, длина брюк. То есть, кто высокие дамы, ага. Прям замечательно можно сядут. Можно классику, да, черные брюки, да. Фиолетовые, как у меня. Это что там у нас размер? Нет, брючки, да? Просто размер волшебные. Размер у нас 56-го, а цена этих вот брючек, они под классику 6600. Чёрный, а, нет, они с 54-го. 54-го, да. по 64-й. Так, по брючкам вы все сказали? Нет. А можно вот такие брючки? Да, по... это сиреневые, да, или как? Сиреневые. Или лавандовые. Я вообще уже куда-то... Ничего не понял. Кто как хочет, кто как-то лиловый. Фантазирует, да, лиловый, я не попал. Вот сколько вариантов. Вот так. Цветов. Добрый вечер, девочки. Вова, Олег, брюки, карго. Надя, Наташа. Да, Наташа, Надя, здравствуйте. Так, брюки карго, размер, цена. Какие карго? Какой карго? Карго, карго. Ну-ка, девочки, отвечаем на вопрос. У нас отвечаем. Их много. Карго, какие цвет вы хотя бы напишите? Какой цвет, Анюта, скажите нам, мы сейчас вам посмотрим. How much? Карго вот такие, 5400, а вот такие карго. Черный, а размер какой 5400? 5400. 56-64. Да. 56-64 черные, а вот такие вот супер фэшн. А вот такие супер карго. 56-66. Нет, ну да, 56 цена 6800, но Надя тоже мерила карго голубые. Голубые вот и синие. И синие, да. Так. Можете на сайт зайти и посмотреть. Черный, спрашивают, черный. Вот черный, ну-ка еще. 5400. Давайте мы их покажем и озвучим. Секунда. Помогите, пожалуйста, Наталье, у нее так Надь, много напиши. Всего. Вот черные брючки карго, 5400 размеры. Подальше, Надя, ну куда ты так близко? Ты слишком Ой. Близко. Так, размер и цена, пожалуйста. Размер с 54 по 64, 5400. Великолепно. И внизу, кстати, там кулиски, они да, такие да. серебряные, очень да. красиво смотрятся. Вот супер. Опять же. Такие вот так. Ну, давайте про нарядочку ты еще раз скажем. Так, про тунику вот эту, да, великолепную. Да. Сейчас, секунду. Одну секунду. Туника, девочки. Ну, конечно, вискоза легчайшая. Это прям нарядочка. Можно так. Вот, давай ткань покажем. А ты знаешь, как ты лучше посередине, я тебе скажу, вот сюда, сюда, сюда. Вот. Нет, ты отходи назад. Вот. Просто еще назад. Ткань, чуть-чуть ткань. Назад. А, ты передать. Ткань. Ты можешь передать ткань такая на это? Да какая все она? Мы увидим. Шелковистая. Девочки, очень шелковистая ткань. Тут две дырочки, Надя. И туда и сюда. Угоди всем. Вот сюда. Опа. У нас и ютубчик, да? Аккуратненько только не смахни. Так, девочки, ладно, attention, attention. У нас, значит, сейчас, подождите, туника, 100% вискоза, раз, два, три, великолепно. Цена какая-то, помнишь? 100% вискоза, премиум класс опять, 7000 рублей, девочки. Не долларов, кстати, удивительно. 56-66 размерчики. И хорошие размерчики. Так, плюсы вискозы, мы знаем вообще, какие плюсы вискозы?
конечно, дышащая ткань. Да, всегда так, дышащая. Гидроскопичность, не забываем, это очень важно. Антистатические свойства, очень высокие вискозы. Легкость и драпируемость. Что такое драпируемость, кто-нибудь знает? Это для меня загадка. Девочки, напишите в комментариях скорее. А драпируемость, это, наверное, ну, так, не мнется, да? Покажи, покажите еще раз белую футболку. Так. Белая футболка. Сейчас покажем. Так, Настя. Вова, что с вами? А я после операции, девчонки, вот буквально вчера меня резали, сейчас я прям уже вот в эфире стою с этим, с сопливчиком. Какая белая футболка, девочки? Такой, наверное. Покажите еще раз белую футболку. Так, есть у нас, значит... Такая вот белая футболка, такая. Такая на мне вот... На черная. На так. Мне черная. Я просто показываю. Вова выздоравливает, с Вовой ничего страшного. Он, да, на талии черная, есть такая белая. Да, и белая. Вот такой, потом белая с девушками. Где она у нас белая с девушками-то была? А вот девочки, такая, вы вот куда все убежали? Мы на месте, мы здесь, Вов, все здесь. Ой, это я переживаю. Такая так белая. Уйдут они от нас. Одна влево, другая вправо, и буду в кадре стоять такая один я. Белая. Страшный сон. О боже, вот. Не говорите. Выбирайте. Да, девчонки, белые футболочки, они все есть на сайте «Модная пышка», не забывайте, mpxxl.ru. Девчонки, кто присоединился только что, поставьте, пожалуйста, лайк, я вас прямо умоляю. Всем понравилось. Женская туника премиум-класса, мультикалорий, элегантная, комфортная, красивая. Такая некая этника даже присутствует, какой-то дух этники есть. Вы не знаю, вы как красивый, хотите, да. Да, вот но любит это супер, женщина. Это премиум, это вискоза, это все дышит, это вау. И очень красивый принт, очень красивый. А самое главное дело, и в мир. И в мир, да, и повеселиться, и просто прогуляться, почему нет, все, на радость себе и мимо проходящим людям. А что еще? Людям. Давай я покажу вот это, что там я следующее. Ой, девочки, а как хорошо, тебе... как радостно в душе. Какие? Так, Наталья, ну еще, что, как мы с Вов, вами? Можно я немножечко так это... Нужно, по Наталья, футболочкам нужно. Пройдусь, просто конечно, вот так вот Наталья покажу нужно. Кое-как, кое-что. Ой. Вы аккуратнее, там не впадите. Ну, как получится. Не впадите, да, извините. Вот такая вот полосатая футболочка. Да, девчонки, пока Надя перебирается, быстрая ассорти. Да. Такой цена 3800. Блиц-показ. С капюшоном такая. Сколько ты сказала, Наталья? 3800. 3800. Размер 1,56 по 60. А, вот такая вот. Сейчас, одну секундочку. Ну да, ты там футболочка. В черном цвете. По-моему, есть такая еще в красном цвете. Сейчас я покажу. А, цена ее 2800. За размер с 56 по 62. Так. Сейчас сразу покажу красную такую футболку. Мне кажется, даже зеленая такая была. Ну, возможно. Или вот мне красная футболка, так, красная, необычная, девочки. Да. Потом. Великолепный блиц-показ от Натальи. А вот такая вот футболочка, черно-белая. Цена ее 4200, размер 1, с 56 по 60. Так вот. Так, такая футболка мультяшная, 5600, размеры с 56-58. Так, все пишут, покажи белую. Белую. Кармашки накладные, ну, то есть... Соке, сосо, я не понимаю, что это такое. У нас была коук белая, по-моему, у нас не было такого. Может, даже шутейки какие-то кидают, сейчас в блог пойдете, шутить не надо. Мы вот здесь такая шутить не вот привыкли, футболочка, да. Черная, цена ее, секунда, 4200, размер 1 из 56 по 64. Смотри, какая деталька интересная. Великолепно, да, немножечко. На плечиках такие вот пикантные разрезики. Ой, платье там какое у Нади, сейчас будем сейчас рассказывать. Сейчас Надя нас да. В таком красивом платье. Шикарно вышло. Сейчас, осталось его только найти. Мне такая обувь нужна. Ой, какое красивое платье, яркое, летнее. Да, кто-то спрашивал. Завтра отпишемся, да. Просто потрясающее платье, девочки. Это вискоза 100%. Просто вау. Цена 7600. Very affordable, да. 56-66 размер. С 56 по 66. Угу. Значит, тоже премиум-класс. Яркая палитра оттенков. Идеальный выбор для того, кто хочет выглядеть стильно и неповторимо. Ну, ты знаешь, на самом деле, редко, когда увидишь кого-то в таком платье шикарном. Это эффект вау. Это эффект королева вечера. Да, вот она пришла смотрится. Я. Надя, ну куда ты опять от нас ушла? Куда ты все там бегаешь?
Вот такая вот, так вот. Болерушечка такая, жакет очень нарядно, да. Очень нарядно, и с джинсовкой смотрится прям вообще. Мне кажется, здесь любой цвет тоже подойдет. Согласен, оно очень универсальное, это платье. Значит, да. Что тут еще? Элегантность, комфорт присутствует. Тебе комфортно, Надя, скажи мне? Как ты? Как чувствуешь, тебе, что тебе комфортно? Комфортно. Вот, для повседневной носки просто супер, да. Девочки, просто супер. Даже вот такой жакет. Давай. Так, про жакет скажи. Нам. А жакет, цена его 6400, а размеры 56-го, там 60-й, по-моему, 56-й, 60-й. В этом платье остались. На море нужно уехать, не просто необходимо, да. Это супер, да. Супер тема. А вот такой жакет. Так, жакетик тоже пошел. Яркий, тоже смотри, как красиво. То есть платье такое яркое, да, что под него все подходит. Интересно, да. Такой жакетик, да. Электрик. С левой руки уберите, там что-то загадочное. Электрик, девочки, да-да, оп, это ни к чему. Значит, микростразы присутствуют. Кармашки все накладные. Цвета на планете присутствуют. Железные пуговички, девочки, кокеточка, все супер, стоечка. Ну, мода модная. Красиво, да. Наталья, ярко, мода модная, стильно, я вам говорю. Вообще. Жакет, одна секунда. Что ж такое-то сейчас? Надо меня заблокировать. Цена его всех этих многоговорящих очень раздражают. Так, супер. Супер, Надя. 6600 вот эта джинсовочка, да? Да. Так, и размеры? 56-й остался, по-моему, 58-й. Две остались. Какая красота, да. Девочки. Просто великолепно. Ну все, платье посмотрели, жакетик посмотрели. Девчонки, если есть какие-то сейчас вопросы... Сейчас еще одно платье вам покажем. Да. Опять добрый же, да. Вечер, только присоединились. Ну что же вы так поздно-то? Ну ничего страшного. Не забудьте, да, потом посмотрите в записи, поставьте нам лайк, это самое главное. Возникнут вопросы, пожалуйста, да, если вопросы, по этому номеру телефон. Город Орехово, Зуево. Вам с это, удовольствием это какой, ответим. Это какой фабрикс? Что именно? Что именно? Это хороший фабрикс, качественный платье. Так. Сейчас, подождите, мы Виталия отправим в бан. Прощай, Виталий, хорошего тебе вечера. Не нужны нам тут такие Виталии. Так, Тамара Григорьевна, Владимир Душка. Боже, Тамара, спасибо огромное. Владимир у нас Душка, спасибо, как да. Нежно. Так, сейчас наша Надя переоденется. Так, пока Надя переодевается, раз, да. Что мы можем сказать? Что мы если сказать? Только что, девчонки, вы присоединились, я вам рассказываю. Значит, это мы где? Мы находимся в магазине «Модная пышка» Орехово-Зуево. Наталья, встаньте посерединке, вы меня пугаете. Что вы от меня прячетесь? А? Нет, я не прячусь, совсем ой, не прячусь. Наталья, не стесняйтесь. Привет всем. Всем привет, Анастасия. Так, передайте привет, пожалуйста, Яша Лава. Поймали меня, сейчас убираем. Так, убираем мальчика сейчас. Передайте это привет, пожалуйста. Ага, убираем, все. Большой какой. Так, это фабрик. Тоже, наверное, убираем мальчика. Сейчас, девчонки, мы немножко тут поработаем модераторами. Заблокировать. Все-таки этот колхозец да, меня не устраивает. Уже один. Так, мы в магазине «Модная пышка» Орехово-Зуево. Да. В Орехово, я все путал. Орехово-Зуево. У нас есть магазины в Коломне, в Жуковском. Есть интернет-магазин «Модная пышка» или mpxxl.ru. Девчонки, доставка по всей стране с ДЭК или Почта России. Электронный чек высылаем, возврат есть. Есть. Все, ответил на вопрос. Кстати, про скидки не забываем. 5% постоянным подписчикам. Подписывайтесь на все наши соцсети. 20% день рождения и 10% когда день рождения на неделе. Так, ой, ну пошел опять премиум-класс. Роскошь бутиков. Надя, рассказывай. Надо мне только найти описание. Да. Платье невероятно легкое. Кармашки, ой, смотрите, красота. Кенгурятка. Здесь красота. Такие вот красивые плечики. Очень красиво сделано. Как это называется? Паты. Это, по-моему, паты. Да, девчонки, паты. Поправьте, если я вдруг даже сегодня здесь это. Даже здесь есть и паты. Так. А вырез такой небольшой, что и открывает шейку. Здесь, смотрите, вот у кого фигурка, кулисочка есть, тут можно подтянуть. Я все вспоминаю, как меня это развели, да, ой, дурачок. Ну а что, недавно, да, как будто в интернете. Так, добрый вечер, всем добрый вечер. Теперь уж как-то так, и она выскочила. Так, девчонки, по поводу платья, я ничего не знаю, описания у меня нету, ну... Видно, а что дорого богато. Скажу. Открытые что плечики, полоски, девчонки, оно темно-синее в полосочку. Тоненькую, голубую. Очень тоненькая, да. 70% вискоза, 20% полиэстера и ой, 10% лайкры. То есть оно тянется. Цена его 9000. Размеры с 56 по 66. По 70. По 70, девчонки. Супер хай премиум класс, пожалуйста, welcome. Вот.
Надя его миксует с джинсовкой, смотрится, ну просто вау. Супер стильно, супер дорого и богато. Цвет темно-синий, такая легенькая, еле заметная голубая полосочка. Да, голубая полосочка. Ткань невероятная. Вот если можно было бы через телефон вот показать качество ткани. Ну, вообще, пока таких технологий, к сожалению, нету. Да. Ах и увы. Невероятно легкое, тоненькое. Супер платье, девочки, ну просто фэшн, класс. Ты бы еще покружилась с ним, Надь, а то мы тебя увидели походи, в этом, в этой блестящей, шикарной что-нибудь. Джинсовке. Чуть-чуть подальше, 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 вот так вот, чтобы тебя видели всю, раз, два, три. Смотрите, какая красота, девки, а? Какая красота, просто супер. Вот таким как баллончиком, что ли, прям? Да, да, да. Очень приятный fabrics and style, супер. Так. Так, сейчас я вам расскажу вот немножечко про такую рубашку, новая моделька. Есть, тебе да. Сейчас я тоже включусь. Так. Красная. Супер цвет. Девушка в красном, ты так прекрасна. Великолепно. Вот как раз, смотрите, красный, яркий, сочный цвет. Это у нас жакет, и к нему будут еще брюки. А, это не извините, это рубашка. Это рубашка, рубашка. Наталья, конечно. Цена ее 6800, размер из 56 по 66, это вискоза-полиэстер, девчонки, супер процентовка, чуть-чуть эластанчика, это тоже премиум-класс, у нас сейчас идет супер-красный актуальный цвет в этих всех сезонах, я думаю, близлежащих тоже. И под них будут брюки, так, показывайте, тоже девочки, показывайте. Нет? Кирпичный цвет будет, брюки. Ждем какие-то супер-фэшн-брюки кирпичного цвета. Если под эту рубашку у нас вот такие брюки, так. Горчичка. Цвет. Хаки. Брюки хаки, а это горчичка. Ой, да. Тоже красота какая, какое сочетание, супер, супер, тоже Надя. Тоже все невесомое, это рубашка 6800 красная, да. 600. А, ну они одинаковые. Ну, господи, конечно, да, цвета разные. Понял, и состав Вова, как одинаковый. Как у тебя дела, Вов, ты здесь? К этим, к этому, к этой рубашке будут еще брюки. К этой рубашке, да, ждем брючки. Такой жженый красный. Хотя, кирпич, да. Коричневого края. Цвет подо все подойдет. Ну, как вот шторы этот. Примерно. Только больше, более бордо. Добрый бордо. День. На девушке брючки с лампасами есть? Так, есть, Наталья, есть. Есть. Рассказывай все. Цена 5800. Размер из 56 по 62. Брюки с лампасами 5800, с 56 по 62 размер. Да, брючки есть да. в наличии, вы можете написать нам на номер. Наталья, покажите номер, номер, пожалуйста. Пожалуйста. Номер магазина, мы делаем скрин. Мы вам ответим. Опа. Чуть-чуть, вот, вот так вот, да, да супер. Да, да. 915-243-7417, либо написать нам на сайт, вы можете заказ сделать, и модная пышка, limpxxl.ru. У нас всегда под всеми нашими видео, под всеми нашими трансляциями есть вся информация, девчонки. Пишите, брючки и адреса есть? Всех наших магазинов, да. Шикарный трикотаж, я эти брюки обожаю. Просто очень красивые, стильные. Да, великолепные. Да, великолепные. Надя, еще мы что-то будем показывать? Да, вот вы мне скажите, девчонки, пожалуйста. Если какие-то вопросы еще будут, пишите, не пишите, стесняйтесь. Не стесняйтесь. Да. Значит, рубашка... Она у нас в классическом, не в классическом крое, по-моему, нет? Ну, она, знаешь как, смотри, как сзади мне нравится. Такая танкеточка, кокеточка, да. танкеточка, и вот здесь такие защипочки. Супер. Я мне нравятся защипы. Но все равно, девчонки, это опять премиум-класс, это опять роскошь, элегантность, вот это вот все, как мы любим. 6800, 56 размеры. Да, да, да. Это лето, Наталья, вот брючки у тебя брючки? С лопасами. Какое лето? Вот я хожу, мне сейчас с них комфортно, но это тонкий трикотаж, да. Такой вот тонкий. Девчонки, трикотаж. Спасибо за лайки, нажмите больше лайков, нас спасибо. 90 человек, еще больше, спасибо. Больше забыла лайков, цену. Давайте забьем Господи, интернет. Давайте станем номер один все вместе. Вот посмотрите, вот так. Костюм. Господи, ну посмотрите, прям весь экран, все, у нас прям модный экран, девочки. Это как раз комплект. С чего начинаем? Черные, вот брюки в полоску, верх черный. Все, закидали стилем. Бижутерия в комплекте, вот такие бусы красивые. Какая красота, такие брючки-то полосатые, супер. Цена 9800 за комплект. Так, девчонки, черные с полосатыми брючками 9800 за комплект. Какая размер, please? Размер Please. 58 по 62. Ой, красота, девчонки. 100% вискоза. Верхний прям тип тонкий. Фигуры, он как-то называется? Или он прям верхний тип фигуры? Ну, верхний тип фигуры, девчонки. Так, это черные с полосатыми да. брючками. А вот это что за красота такая? А это такая вот под джинсу. Комплект джинсу, тоже джинсу, комплект. Да. Немножко левее, Наталья, умоляю. Вот, спасибо. Цена огромное. Его 11800. А...
размеры. Сейчас, одну секундочку, какая я вам красота. Расскажу. У нас сегодня прям премиум выпуск, это 100%, прям лакшери. Размеры с 56 по 62. Смотрите здесь, какие красивые фишечки. Вот такой вот платочек, да, карманы, это просто имитация кармана. Имитация, здесь девочки. Мне, что еще здесь? Рукав летучая мышь, очень многим нравится. Ой, как хорошо. На рукавах, это видите, tencel, тут небольшие, да, такие защипочки. И брючки палаццо широкие, тоже карманы есть. С двух сторон. Ракета, пушка, петарда прям на лето. Шикарно, на лето, да, наилегчайший. Состав вискоза, хлопок. Ой, как хорошо. Смотрите, пишите, выбирайте. Да, девчонки, ждем заказчики, пишем на WhatsApp, пишем на сайт или звоним в магазинчики. Так, что у нас сегодня еще будет? Надя, эфир идет 54 минуты уже. Еще ты мне что-то покажешь? Покажи комплект. Смотри, какой классный, шикарный. Ой, красота. Брючки у нас опять. Длина 7-8. Одна серия ушла, муслин. Там даже не одна. Там. Да. Муслин. Ткань муслин. Муслин. Девочки, ткань муслин. Это Давидочка. Давидочка. Садится на любую фигуру. Садится на любую фигуру. Посмотрите, как интересно. И тоже. Да, тут как бы... Кармашки карго. 7/8. Я почему дублирую, потому что у Нади нет микрофона, почему-то Наталья далеко отошла. Зачем? Я не на знаю. Месте. Вов, я на месте. Размер с 56 по 64 брюки. Цена 5800. Девчонки, брюки садятся на любой тип фигуры. Супер. Так, смотрим. И вот рубашечку. Такая вот рубашка. Ну что вы опять влево? Что вы на вешала уже упали? Девчонки, мы ну вы посерединке. Тут. Смотрите, где, Вов, дырочки у камеры тут. Телефона. Вот микрофона. Такая вот рубашка. Состав 70 хлопка и 30 лен. Ой, эти просто веточки. Красота внимание. Какая. Эти пальмочки. Папоротничек. Нет, такой папоротничек. Да. Смотрите, как с брюками. С брюками сочетается. Супер. На лето наилегчайшее, наитончайшее. Цена 6800, размер с 56 по 64. Бомба, девки. Да. Просто бомба. Красотища. Спинка, хочу обратить внимание. Вов, смотри, чуть-чуть повыше, такой, Наталья, такая, да, защипочка есть, интересно. И здесь вот такая фишечка. Не знаю, видно, не видно, такая блестючечка, да. Супер. Платье штапель. Это новинка, это супер новинка. Смотрите, ой, как интересно. На море. Кто просил платье, девчонки, вот, пожалуйста, вам платье. Я думаю, до 68 размера. До 68 размера. На 4200. Это оба платья, да? За оба 4200? Это сумка такая, Надя. 4200. У нас уже заказики, Надя, пошли. Девчонки, быстрее успеваем брать платье, потому что пошли заказики. Да, 4200 до 68. Ты их прям так раскрутила? Давай отдельности, по отдельности. Давай, вот чуть подальше, Надя. Ну, подожди, дай одно Наталье платье, она пусть подержит. Или просто повесь его куда-то. Да, рассмотрим вот уже первое заказик платье, рассмотрим пошел. Этнику, девочки. Давай, какое-то темно-синее, вот такой. Так. У нас что-то бабочки. Цветочки. Бабочки, понимаю, цветочки. Шутки, поляна, шутки. Поляна. Что это такое? Так, Егор, вот так. Егор, Егор, уходи во двор, я думаю, да? Пока, мой хороший. К ерунду хоть пишут инсалы. Так, так, работаем. Этника, девочки. Это этника. Это что-то африканское, мне даже кажется. Великолепное. Опять же, море, пляж. Все. Конкретно. Да. В отпуск уезжаем. Посмотрели. Супер легко смотрится. Супер интересно. Я сейчас запишу кое-какую информацию. Да, конечно, Наталья. Хорошо, там можно? Пока пообрабатывает заказики, девочки. Ну, просто, в общем, супер. Кому нравятся африканские, да, мотивы в африканском духе. А здесь у нас бабочки, девчонки, здесь цветы, что-то такое, ну, ближе к Дрис Ван Нотен, я думаю. Ни Дольче Габбана, ни Гуччи, ни Версачи, вот Дрис Ван Нотен такой он любит. Да. Такая тихая роскошь тоже, да, кажется, вроде как-то так. Так, сейчас мы тут еще одну Алену отправим далеко и надолго. Гуляй, Ален, гуляй, моя хорошая. Счастья, любите детишек побольше. Так, не люблю вот всех этих хабалок, прям утомляют. Так. Вот тоже, да, хабалк, да, тоже не люблю. Смысл, но вот она нравится, написала и излила, да, душу в чат. Господи, надеюсь, ей полегчало. Так, что вам еще показать? Напишите. Напишите, все покажем, пишите, все покажем. Да, девчонки, пожалуйста, если вы хотите прямо вот сейчас что-то увидеть, я не знаю, платье, кофточки, блузочки, что вы хотите увидеть, пишите в чат. Пишите, да, в чат, делайте скриншот, вам мы вам покажем, расскажем. Какой?
Да, кстати говоря, смотрите, девчонки, такая джинсовочка с перфорацией, интересный очень такой дизайн. Вот такая футбол, да. И футболочка такая, да, на повторе фруктовая киви, просто 4900, супер. Размер с 56 по 64. Она с сеточкой там, да, да, где да. В рукав сетка. Тоже черная, очень актуально. Но яркая вещичка. Красота просто. Прям сочная. Да, угу. Да, прямо фреш. Фруктовая, сочная. И сладкая. Вот Вов, да. Еще вот такой хочу костюм спортивный. Это новинка? Да, новинка. Так, девчонки, новинка. Тоже фреш. Смотрите, какой яркий, красивый костюм. А, вот такой вот. Ой, супер. Худи. Это супер, так. Ой. Что такое? Песенка? Бабушка. Вот такое вот худи с капюшоном. Современный, да, дизайн, современный. Девочки, здесь кулисочка можно подтянуть, там накладной карман. Ой, такой бомбический, рабочий, красивый. Рабочий. Да. И вот такие вот брючки. Брюки бананами, да. Да, бананами. Карманчики такие вот разгильдейские. Когда вот широкое мне не нравится разгильдейский. Сзади это тоже вот кармашки, не имитация, а вот карманы. Вот такой костюмчик. Цена его 5400. 5400. Ой, 5800. Немножечко ошиблась. Можете себе представить. Это, ну, супер, да. Я не знаю, предложение. Размер с 56 по 62. Вот, смотрите. За, так, за такой дизайн на лето, еще и до 62 размера, Наташ, я тебе говорю, это просто волшебство. Берем не глядя, воды. Не конечно, мере, берем, покупаем, поторапливаемся, рубрика. Конечно, девчонки. Так. Большой размер. Так, девчонки, да футболочки покажем. Тоже, кстати, недавно поступили. Так. Да, расцветки разные. Смотрите, вот, вот такой город Стразов. Да, город в микростразах. Так. Да. Значит, цена 2200, размеры у нас 60 по 66. А что там еще, кроме города? Давай, листай, Надя, а нам интересно. Коза. Стрекозы, пожалуйста. Здесь сердец. Да, сердце тоже в Стразах, супер. Здесь, значит, романтические такие напевы пошли. Наталья, что-то Вов, там тоже хочу стоит неспроста. Вот такое внимание уделить вот этому костюмчику. Это комплект. А, размер 68-70. Ой, хорошо, как легко. Да. Это пижамная какая-то история, да, мне кажется. Пижамная. Да, пижамная. Смотрите, невероятно такая широкая рубашечка. Цена ой, его хорошо. Сейчас будет 7-800. Вообще смешная великолепно. Цена. Да, просто состав, можно посмеяться, да, пошутить. Состав 100%. Темсел. Это что такое? Темсел. Темсел. Темсел, вы говорили. Вискоза. Струящаяся вискоза. Девочки, вот смотрите, пижамная брючки. Вечеринка. 68-70. Брючки, да. С карманами, сзади карманы. Невероятно красивый цвет, голубой. От этого прямо такой. Веет легкостью. Да, это суперкомфортный, да. Костюм. Девчонки, просто супер. 68-70. Соедините его. Так, вот, вот, девочки, пижамная вечеринка, кроссовки большущие, белые одеваем, все, вперед, кайф, поехали, да. Куда угодно, куда угодно. Так, так, что еще? Девчонки, если есть какие-то вопросы, пишите. Мы, наш эфир на сегодня подходит к концу. Я напоминаю, что у нас мы, где? Мы в Модной Пышке. Вот, пожалуйста, телефон нашего магазина в Орехово-Зуево, чуть-чуть подальше. У нас три магазина: Орехово, Зуево, Жуковский, Коломны. У нас есть интернет-магазин, модная пышка, limpxxl.ru. Доставка по всей России, Почтой России или СДЭК. Есть возврат, высылаем электронный чек, все по закону, все по красоте. Модная пышка, женская одежда, больших размеров, магазины номер один в России. Девчонки, до новых встреч, ставьте лайки, ваши комментарии, для нас это очень важно. Для вас это просто вот нажать на кнопочку, а для нас невероятная помощь для продвижения к самым верховым вершинам. Мужчина-менеджер просил что-то показывать, но это будет неудобно. Как я покажу? Он хочет а себя... ты просто так вот обзор покажи, Вов, просто так, сейчас, смотри. Так, сейчас, девчонки, у меня тут два просто яркость смартфона. Яркость красок сейчас, какая. Сейчас я попробую вам показать эти магазин, весь наш. Ну-ка, опа, неожиданно, ой, да? Ой-ой-ой. Аккуратно, о, да, о, аккуратно. Видите, как мы поднимаемся сейчас. Вот сейчас надо приподнять. Подержи вот этот, Надь, подержи. Раз уж мы решили играться, под конец устроить такой сюрприз, по просьбе нашего менеджера по работе с туризмом. Так, сейчас, девочки, смотрим магазин. Шок-контент просто. Вот вокруг я вас покручу.
Это магазин Орехово-Зуево. Так, подержи, пожалуйста, Надя. Подержи, сейчас. Ну, на сегодня мы заканчиваем. Девчонки, смотрите в записях. Подписывайтесь на все...